Как отключить Security Boot на ноутбуке Lenovo Legion 5? Вам нужно установить операционную систему Windows с флешки в режиме Legacy, потому что загрузочная флешка создана в режиме Legacy, не в режиме UEFI, а именно в режиме Legacy. Подключаем USB флешку в USB разъем ноутбука. Включаем ноутбук. При включении нажимаем клавишу F2 для входа в BIOS. В некоторых случаях у вас может быть клавиша FN F2. Вместе FN и F2 нажимаете. Переходим в More Setting. Далее переходим во вкладку Security. Переходим в правую сторону. Опускаемся ниже. Secure Boot. С режима Enabled переставляем в режим Disabled. В выпадающем списке выбираем Disabled. Это значит, мы выключаем безопасную загрузку. Теперь переходим во вкладку Boot. Загрузка. Стрелкой опускаемся ниже. Клавиши F5, F6 мы перемещаем флешку на первое место. Теперь нам нужно сохранить настройки. Переходим в последний пункт Exit. Exit Saving Changes. Либо вы можете на клавиатуре нажать клавишу F10. После этого выбираем Yes. Можем нажать на клавиатуре Enter, либо мышкой нажать Yes. Ноутбук автоматически перезагрузится и произойдет загрузка с данной флешки, потому что мы первым загрузочным устройством в Boot выставили именно флешку. В режиме Legacy мы загрузились. Теперь можем устанавливать операционную систему. Я выбираю операционную систему в списке Windows 10 и нажму Enter. Можем приступать к установке Windows.